на самом деле проанализировали, таких показателей, прям, которые ну, просто не выполнены, нет. Есть показатели, которые не выполнены по причине ну, отмены, допустим, направления там, деятельности. Да? Если мы, допустим, рассматривали показатели по переводу муниципальных услуг в электронный вид, то мы шагнули дальше, то есть мы их не в электронный вид, а в цифровой вид переводим. Соответственно, и изменения стратегии по этому вносим. То есть муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, у нас не так много, как в цифровой вид. То есть, соответственно, вот эти вот изменения вносятся и удаляются как раз те индикаторы, которые не выполняются по ну, объективным причинам.